Улица, фонарь, аптека, лунный свет. Опять я на светляке в городской карте. Опять город, да. Короче, это вчера все светляки попадают теперь в город за вчерашнее. Так. Что-то мне написали в скайп. Добро пожаловать, Эдуард Семенов. Новый спонсор, спасибо. Привет, слушай, нельзя ли сделать два клиента игры здесь, Дива, здесь ты со старой графикой? Сейчас прочту, подожди, надо. Давай после боя. Как вам марафон? Марафон упоротый. Иха! Половина задач, ну, сильно, сильно сильнее. Я порву твою гусеницу на британский флаг. 2, 3, 4. Ты что, будешь стрелять? Все? Желание стрелять кончилось? А я только захотел. Клево, да, когда ты на КД? Альфа пройди. Царская альфа. Нет. Не прошла моя. Не прошла моя альфа. Это что за покемон? Хорошая попытка. Что ему от меня надо, что-то. Так, сколько я? 240. Мы обнаружены. Только один вопрос. Если я на него выйду? Еще давай. Блин, ну ты топовый. Ты просто лучший. Гениально. Я просто похлопаю, знаете, как говорят. Я просто похлопаю. Блин, L6, хреново быть тобой, а? Я обновил ему гуслю. Я научу его смеяться. Эх, время работает против меня. Как же хочется ворваться. Дать люлей. Ладно, пойду и суху я зарашу. Буду вечно прекрасен. Милый дом. Машина в поле зрения противника. Где без спроса ходит в гости. Повредил гусеницу. Где нет зависти и злости. Это топовый дом. Милый дом. Где рождение встречают и навеки провожают всем двором.
Раз, два, три, четыре. Ты же не выстрелишь в меня, Ис. Извините, был неправ. Где-то тут борщ был. У меня танк так и норовит перевернуться. Ну ладно, этот его добьет. А чё с Т-10-м? Он живой там? Он дефицит или где чё? Борщ, скорее всего, ты 110-му в спину заходит. Блин, если я сейчас на самого СМ выйду... то у меня только одна дорога, все пробить. Царская альфа! Мы обнаружены. Обманули дурака на 4 кулака. Он просто тупо решил задефиться. Мы и не таких выковыривали, дядь. А я базу беру. Повредил гусеницу.
Да, да, красавчик. Именно так раком и надо стоять. Финалка, братан. Ой, я воина забрал. Сорян. Я не посмотрел. Ребят, ну мне кажется, это лайк. На городской карте, на светляке, на мастероса отыграть. Это лайкос? Просто... Я и ФВшка, вот два джентльмена, которые втащили катку. Я у ФВшки украл воина, и это... Я увидел это только в момент, когда выстрелил, понимаете? Я не видел, что у него 5 фрагов, я был сосредоточен на победе. Сорян, вот я извинился... Я ему даже напишу, отправить сообщение. Сорян, не заметил, что на воина идешь. Так бы не добивал.